Ты ушел. Все. Так, а ты иди ко мне сюда, садись. Приготовились, эй! Так, у вас сколько? По сколько вы делаете бросков? Сразу 100, один, потом 100, другой? По 50. По 50, а вы выдержите? 20, давай. 20, 20. Да, готовы, увы. По сколько? По 10 делаете? Мешки. Вы? По 15. Вы сильнее, по чуть-чуть сильнее мешки. Хорошо, поехали. Стоп, мне сзади не нужна. Сзади подножка. Дети нашли. Хаджина, пошли. Алёша, вы можете делать и сзади подножку. Вы можете. Пошли, пошли, пошли. Место собрали через 5 минут. Да? А сейчас пойдем. Спасибо. Мы все закрыли зал. Так почему? Вот. О! Самый перемотный. Где 4? 15-3. Я думаю. Пошел! Пошел, блядь, идет! Мельница! За цепь боли не вижу три. В эту сторону, в эту сторону. Через спину с колен вправо, через спину влево. Бедро делать потом. И что? Давай, 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 где ты идешь? Так, 2000 с кем платят? Так, один раз завязал пояс, быстрее. Новый ход, новые правила. Значит, девочки и мальчики, судья дает один раз возможность привести кимоно в порядок. Если второй раз там завязался пояс, прическа, да, что это, как его, все, за это шито. Второй раз он разрешает вам привести себя в подарок. В порядок. Это третья шина. И до свидания домой. Надоело, то ходит и все время как кимоно поправляет. Так, кто, смотри, вот покажи, пожалуйста, кто сейчас бросает. Андрей, берешь правой рукой и в эту сторону под руку делаешь через спину с колен. Вот, вот этот бросок. Все пошли делать. Пошли. Опять бросок. Какой рукой взял? Правой. 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 По 5 раз и меняемся. По 5 раз и меняемся. По 5 раз и меняемся. Саня, в другую сторону. Саня. Дай. Саша, вот здесь держишь. Одной рукой. Отворот. Давай. Вот так. Подвиг голову. Пошли, пошли. А что ты сидишь? Что ты мерзнешь? Я? Да. А? Я с кимоно. Ну так, ты так и будешь сидеть? Я уже Дениса отпустил. Эй, куда ты бросаешь? Правой рукой. Правой рукой, вот туда, да. Вот так. Так с кем? С кем? Давай, 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 давай. Просто ты не говоришь, молчишь, и я думаю, просто не вижу, я тоже вижу уже. Лука, лука.
Лука приседает чуть-чуть. Просто меня поподворачивается, а он сам будет. Очень хорошо. Вот так. Давай, давай! Так, стоп, Матеас, так, Вика, вот это мы делаешь, Ваня, видим пуху. Да, вот там делаешь, вот, вот там, вот там. Ты делаешь ему через спину с колен. Иди сюда, сюда. Идешь к даму. Пять ты бросков через спину с колен. Пять он, Андрей, идешь к Николаю. По пять раз и пошли. Правую руку держим и бросаем. Еще 40 бросков у вас. Нет, берешь это рукой и колено сразу. Колено. Ноги шире. Ноги шире. И еще шире. Просто потихонечку. Делать. Да. Просто раз, 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 раз. Да, вот. Потихонечку присядь. Пошли! Вика бросает. Вот так, Вика все время бросает. Вика, 30 бросков. Я вас отпускаю. Ты делаешь 30. Вика, можешь не спешить. Да. Поставь ножки шире. Ножки сюда, сюда. Раз. Поставь ножки еще, ножки еще. Ага. И еще, и еще, и еще больше разговаривай. Еще больше. Вот так. Это человек! Ваня, первый раз. Я буду бить, второй раз я буду бить уже. Эй, Андрюха, работай! Андрей! Андрей, подвиньте сюда. Ну, колено ставишь. Андрей, в другую сторону. Я... Хорошо, удобный. Куда я сказал, куда я делаю? Правой рукой удобно. Эй! Адрина ко мне. Сюда встань. Вот здесь рядом со мной. Со мной встань. Ну слушай, просто еще больше. Ну, ой, мы вчера не мы работали. Стоп. Давай. Так, вы готовы? Сейчас вы будете делать. Да. Ультима. Так, время уходит, у вас 2 минуты, все. Вот смеетесь, смеетесь, а вы здесь смеетесь, смеетесь. Ни один прием почти не можете сделать. Некоторые уже ничего. Вы будете у меня целый час бороться. Это страховка, это броски. Колени не сдёшься. Жасмин, что сегодня с тобой? Ты вчера, наверное, рано легла, правда? Сейчас будет. Нет. Поэтому надо учиться, когда одно время. Никого не было. А как ты живешь? Да? Как это? Хорошо. Ну давайте бросать. Я встал не в ту сторону. На вашу сиди. Что? Смотри, встали. Заправились. Значит, Ваня, как будешь пропускать, вот она тебя будет. На тебе будет отрабатывать. Заправились. У меня сегодня 15-30 собраний. А что там собрание может быть? Семь, и тренера, и учителя. А? Интересно. Интересно. Чтобы вас туда не отправили. Пусть там. Да, пусть.
Ну что, мне думать, это плохо. Что? Андрюха, ровняйся, мирно, вам до свидания. До свидания. Извините, завтра не забывайте, чтобы я потом не рассказывал. Эй, встали. 4 здесь, примерно живот. Без подготовки. Куда домой? Алёша сюда, Ёля сюда, Артём сюда, иди сюда. Вот здесь. Христиан, Марич. Костин, Марич. Погиб, Марич. А где еще у меня пацан? Христиан, Марич. Все, Петя. Что? Примерно живот лицом ко мне. Двигайтесь, товарищ. Двигайтесь дальше. Впереди меня, пожалуйста. Ушел, Петя. Ушел. Еще раз. Эй! Задача. Без подготовка. Вы будущие мамы и папы. Да. Мамы должны арбуз толкать 2 арбуза больших. По 5 килограмм, по 10. А мальчики должны жену таскать вместе с арбузами на руках. Это старые. Страховка назад 10 раз. Пошли. Оно. Давай. Один. Патру. Тим. Все на колени. Женой. Падаем вперед. Пошли. Оно. Давай. Три. Патру. Тим. Шарте. Шарте. Оп. Ноу. Дети, спиная. Итак, чемпионат лицея. Офис подготовки среди борцов дзюдо, тэквондистов, волейболистов, теннисистов, футболистов. Итак, мальчики делают зечевой, девочки мок. Ой, приготовились пресс. Хазовая, вон он. Дой. Три, патру, чинч, шате, шапте, рух, ноу, дети, встали. Как показала практика, вы не умеете прыгать с места в длину. Итак, нет. Да, правильно, вы встаньте здесь. Вы встаньте с той стороны, вы туда. А, нет, вы сюда встаньте. Вот, хорошо стоите, чтобы мальчика не мешать. Сюда встаньте. Итак, 10 прыжков через татами. Аджи, пошли, 10. Все. И отсюда прыгай сюда, возвращаешься, еще раз прыгай. Приготовились, я по счету делаю. Пошли, вон он. Кристиан, да. Приготовили. Давай. Не мешай. Три. Дальше прыгай. Патру. Мак нужно прыгать. Чинч. Адрелина. Шахте. Шахте. Оп! Ноу! Дети! Где на живот? Андрей, что не переодевай? Сейчас, Андрей. Двигай. Приготовились мальчики. Чем прыжающие плоды? Девочки, дети. Внимание. Хаджи. Оно.
Стой! Три! Колено делаем! Патру! Чищ! Шапше! Шапше! Оп! Ноу! Девчи! Мате! Лучше всех делает Артем, но он делает на оценку 3 по 10-бальной системе. 3! А если постараюсь? Постараться надо всегда, надо делать спокойно. Мате! Вчера вот девочку показывали. Она 10 раз подтягивается, 5 класс. Имеет, короче, чемпионка мира по подтягиванию. Она подтягивалась несколько. 2 раза, 4, 6, 8, 10 и обратно. Эй! Мальчики, тише, тише. Так, все сюда сели. Быстрее. Так, сейчас делаем 3 кувырка. Кувырок. Уно, двое, три. И каждый 2 шага. Поехали. Поехали, быстрее. Так, поди ко мне. Кувырок, 2 шага, кувырок, 2 шага, кувырок, дышава и раздевалка. Отсюда. Потому что они близко. Ну, хорошо делаю. Все, следующий, оценка ок. Двой. Три, оценка шасе. Шасе. Пошел. Все, домой. Двой. Три, нота шасе. Уно. Двой. Три. Оценка ноу. До свидания. Уно. Двой. Три. Оценка патру. Пожалуйста. Акасе. Криша, акасе. Двой. Три. Оценка чич. Уно. Двой. Оценка ноу. Пожалуйста. Уно. Двой. Три. У тебя все хорошо. Единственное, что ты когда... Осторожно, мальчики борются. Отойди в сторону туда. Туда-туда. Аделина, значит, смотри, ты берешь очень сильно сгибаешься. Оценка 8. Пожалуйста. Ну, молодец, умница. Двой. Оценка ноу. Молодец. Так, оправься. До свидания. Прошу. Прошу. Вот, умница, молодец, намного лучше. Ой. Еще раз. Три. А, оценка патру. Молодец. Уну. Красавица. Двой. Три. Оценка зечи. Стоп, стоп. Мальчики сюда перешли, девочки ушли туда. Пожалуйста, ты не бойся. Да, слушаю. Давай, просто у меня сейчас собрание всех там. А тогда ты пришла, сидела, наверное, ждала, ждала, но ты не зашла, я как бы подождал и смотрю, никого нет. Так, у вас шаг 3 минуты, потом буду бить. Шаг 3 минуты, и кимоно повесить. Если кимоно не повешено, значит тоже не получается.
раз, четыре, пять.